природными катаклизмами столкнулись и жители поселка Затон в Черлакском районе. Из-за паводка затопленными оказались десятки приусадебных участков и жилых домов. Глава МЧС России Пучков ввел в Омской области режим чрезвычайной ситуации, а региональные спасатели заявили о необходимости расселить весь поселок. 16 человек уже сами переехали к родственникам, большинство уезжать отказалось, оставшись в своих подтопленных домах. Что мешает местным жителям покинуть поселок, который топит практически каждый год, разбирался Александр Руяткин. Сейчас почти весь поселок Затон ушел под воду. На небольших островках местные жители спасают бытовую технику и автомобили. Топить район начало 2 недели назад. Сразу же развернули оперативный штаб и палаточный лагерь спасателей. Максимальный подъем Иртыша в этом году составил 6 метров 37 сантиметров. Сейчас он постепенно опускается. Это можно видеть вот по забору на домах. Сантиметров 20 примерно вода уже отступила. На месте здесь работают спасатели. В эти дома, кстати, люди пока еще не вернулись. Они находятся без света. В общем, в таких условиях пока люди вынуждены жить. Этой весной 19 из 75 жителей Затона сами переехали к родственникам. Желающих перебраться в пункт временного размещения не нашлось. Паромное сообщение не прерывали. Судно курсирует каждые 2 часа. Людей возят бесплатно, а вот за перевозку автомобиля придется заплатить около 400 рублей. Практически у каждого в поселке есть лодки. На них люди плавают даже в магазин за хлебом. Ну и как с запасами? То есть хлеб, вода, я не знаю, что чаще всего берут? Ну, так же все берут, все, что надо. И мясное, и мясные продукты, и молочные, и хлеб. У нас все есть в магазине, мы все доставляем. Люди без этого не сидят. Ну, то есть на ценник никто не жалуется, все нормально, ничего? А мы цены не поднимаем, даже хотя такая ситуация, как есть цены, так и есть. Сейчас подтопленными остаются 2 десятка домов и 50 приусадебных участков. Спасатели 2 раза в день обходят домовладение. Жителям оказывают необходимую помощь, правда, есть и недовольные. Вот, я так понимаю, вы вот эти же продукты, которые там у вас запас есть, употребляете, и такую же воду, как местные жители, пьете? Да, ту же воду. Они жалуются, что им не нравится? Ну, они жалуются, им привозят очищенную воду. Она хлорированная, конечно, естественно, им это не нравится, что она вот запахом хлорки, дети ей дурные. Смеси разводят, они чистой водой, они ездят, сами покупают бутилированную воду в Черлаке. Большинство местных жителей и рады бы уехать отсюда навсегда, но просто не могут. Каждый год вот так вот летом, да? Нет. Но с 2001 года был какой-то перерыв и опять, а до этого не топило нас. А переезжать не думали в Черлак тот же самый? Ну, если нас переселят, мы с прибольшим удовольствием. Но у нас денег нету, за какие мы средства переедем. Мы бы с удовольствием. А от администрации предложений по переезду не было, да, никаких? Пока еще нет. А вы сами как-то обращались с просьбой там переселить? Или ой, мы куда только не писали. До Москвы уже писали. От постоянных подтоплений гниют стены деревянных зданий, проваливаются фундаменты. Треть домов уже включили в программу по расселению из аварийного жилья. Но это не решает проблему. Резервного жилищного фонда у районных властей нет. В 2016 году было проведено обследование границ подтопления. Выделялись денежные средства на это. То есть установлены границы подтопления жилмассива Затон. Эти документы с границами подтопления, они внесены в Росреестр. Дальше больше я ничего не могу пояснить. Видите, работа такая была проведена, а дальше уже как это будет двигаться? Ну, это, понимаете, не муниципальный уровень. Местные жители понимают, перспектив у поселка нет. Недвижимость продать нереально, да и предложений нет. Ежегодно подтопляемые участки никому не интересны. Купить жилье в районном центре затонцам не по карману. Большинство из них безработные или пенсионеры. Пока жители Затона могут рассчитывать лишь на денежную компенсацию в несколько тысяч рублей. Некоторые используют ее как возможность заработать. В домах хозяева появляются лишь во время наводнения, а получив деньги, вновь исчезают. Александр Руяткин, Павел Ходынский, Омск здесь.